Добрый день. Москва. Станция метро Автозаводская. Ленинская Слобода, 26. Мебельный центр Румер. На этом видео заканчивается весь отснятый материал в Румере. И даже при входе, если мы видим рекламу крапусной мебели, ее здесь очень мало. Большая часть товара – это диваны. При входе встречает такое динозаврище. Не знаю к чему, но впечатляет. Высота в 2 этажа. В начале фабрика 8 марта. Диваны. Красивенные, добротные и дорогущие. Цена от 300 и выше. Не хочу делать акцент, что фабрика 8 марта представляет дорогие диваны. В основном все производители, выставляющие диваны в этом мебельном центре, предлагают цены от 300 тысяч рублей. 60-80 тысяч попадаются крайне редко. Немножко, видите, как дышит, в квартирах хорошо смотрится. Небольшие спинки, это вот мы же в торговом центре находимся, у нас кажется, все диваны маленькие. А когда домой привозят, они такие становятся массивные. Вот рыжий, он немножко, видите, насколько, на 20 сантиметров выше вот тот диван. Да, да. Вот, а в квартире он будет смотреться такой мощный, а этот заниженный. Напомните мне еще механизм и стоимость. Еврокнижка. И стоимость велюри? Вот примерно в таком формате будет стоить в районе 300 тысяч. Спасибо. Размером 3,45. 3,45, 3,50. Со спальным местом, хорошей тканью. Угу. Кто-то спрашивал меня о креслах. Кресел мало, и стиль именно такой. На мой вопрос по цене дивана 350 тысяч в Рогожке, почему так дорого за Рогожку, ведь это достаточно низкая категория ткани, мне ответили: Рогожка сейчас в тренде. И при чем здесь тренд?
Это, конечно, не диваны, но снимаю с любопытством. Настольные лампы. Хрусталь, бронза. Высота 80-90 сантиметров. 45 тысяч каждая. Thank you.
Это потому, что он с витрины, такая цена, да? Да, да, да. А что вы мне скажете по обивке? Антивандальная, замша с лазерной обработкой. Вот, смотрите, ценник 382 тысячи на него. Угу. Это сейчас подиум, потому что у нас смена экспозиции, срочная продажа. Смотрю. На пульте у нас электрический кресло реклайнер. Угу. То есть можно раскладывать его не полностью, а останавливать на спину. Но это конкретно только вот этот отсек, да? Вот это вот модуль вот этот так раскладывается. Да, да, да. Но все равно прикольно. Шикарно. Да, спасибо. Да, вот это очень интересно. И цена просто великолепная. Особенно, наверное, да. Комплектации. Я присяду. Пожалуйста. Здесь момент релакса. А, вот так. Да. Просто отдыхать. А если спать, вы его дергаете еще. Да. Но он выкатывается еще полноценно. Угу. 1,55 м на 2. Ну, слушайте, стадион получается. Да, шикарная спальня. Да. Ой, прямо вы меня заинтриговали этим диваном. Паспорт из Дивы, все как положено. Гарантия. Это фирма? Арабеска, Воронеж. Угу. Спасибо. Более 40 фабрик у нас просто представлено, поэтому да. Это предложение показалось интересным, но продавца рядом не было. А согласитесь, цена очень приятная. Нет, нет, пока не нужно. И что по цене? Ну, все зависит от какой категории ткани вы выберете. Ну, конкретно то, что мы сейчас рассматриваем. 153. Угу. Спасибо. Все зависит от спального места. Здесь прикручены, то есть все детали взаимозаменяющиеся. И ламели они, ну, надо, конечно, силу приложить, они тоже съемные. Угу. Сверху. Я поняла. Не в каркас, а сверху для надежности и долгого срока случая. Триста восемьдесят тысяч в этой обивке. То есть оно еще может вращаться? Да. Круто. Кстати, в этом мебельном центре рядом находится магазин Хофф, поэтому, посещая его, вы убиваете сразу двух зайцев.
И напоследок немного кресел. Обошла еще один магазин, а свой диван так и не нашла. Иду домой.